Трудно переоценить значение энергетики в жизни страны и в жизни каждого из нас. Именно благодаря людям, занятым в энергетической промышленности, дома имеют эти блага. Ежегодно 22 декабря в нашей стране энергетиков поздравляют с их профессиональным праздником. В преддверии значимой даты в актовом зале мэрии города первый заместитель главы администрации Кургули Кургулиев поздравил энергетиков с профессиональным праздником. День энергетика – профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии. Всех присутствующих в зале энергетиков также поздравил инженер городской электросети Марат Алхуватов. Да, действительно, нелегкая работа у нас, особенно для сидящих, вот всех ребят, вот этих девушек, которые и в дождь, и в снег, и в слякоть, и в жару, несмотря на погодные условия, всегда на рубеже, всегда на передовой, доводят до и 220 лет, а порой ее и не бывает, но тем не менее и 20 часа ночи, и утром, и днем мы всегда на передовой. Также хотел бы, наверное, поблагодарить действительно за участие, всегда за взаимопомощь и на быстрое реагирование всех, начиная от главы администрации и всеми работниками администрации, о том, что помогает, действительно помогает. Но большую часть связи, наверное, большую часть времени проводим по нашим проблемам и по нашей работе заместителем главы администрации Кургули Магомедовичем. И действительно, действительно, большое спасибо ему, что всегда реагирует. Эти 5 единиц машины тоже благодаря его взаимодействию с нашим Мутуз Магомедовичем. И также хотел бы поздравить и его, наверное, это его тоже часть какая-то праздник, потому что он нас курирует. И да, действительно присоединяюсь к поздравлениям. Хочу тоже поздравить от души нашего министра энергетики Сагид Паша Дарвича и зам министра энергетики Арслана Булагидовича. Да, с участием Тюменьэнерго в лице генерального директора от Зайнутдин Дадабегович, Кургули Магомедович, их встречали здесь, обсуждали все насущные проблемы, которые есть в городе. И с их приходом вот, генеральный директор приезжал Тюменьэнерго Савчук Сергей Юрьевич и с его командой обсуждали все взаимодействия, которые будем проводить весной и летом следующего года и в течение последующих 5 лет. И большая объемная работа ожидается, действительно ожидается, значит, весной 2019 года и последующем. Надеемся, что всегда будет свет в наших домах и домах горожан. Далее виновников празднества отметили почетными грамотами за неоценимый труд и безупречную работу в сфере энергетической промышленности. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».